Один из важнейших моментов при подготовке к 1 сентября – это закупка всех необходимых школьных принадлежностей. Стоят они недешево, и многодетным семьям приобретение канцтоваров обходится в крупную сумму. Выручают неравнодушные люди, принимающие участие в благотворительных акциях. Одну из них организовал Российский Красный Крест и детская областная больница. У Татьяны Серовой шестеро детей. Понятное дело, что обуть, одеть пятерых пацанов перед школой – дело нелегкое. А ведь кроме формы надо закупить несметное количество ручек, тетрадей и прочих канцтоваров. Мы закупаем прям большое количество ручек, карандашей, пластилин, краски, цветная бумага, картон, альбомы. Здесь как нельзя кстати оказалась благотворительная акция, которую совместно организовали и провели Российский Красный Крест и детская областная клиническая больница. Главный врач Анна Зайцева рассказывает, что на призыв собрать канцтовары активно откликнулись не только сотрудники стационара. В акции принимали участие и сотрудники, и пациенты нашего консультативно-диагностического центра. Проходила она в течение месяца и была направлена на сбор канцелярских принадлежностей. Собранные канцтовары Российский Красный Крест вручает не только многодетным семьям из Тверской области, но и ребятам, прибывшим в Верхней Волжье из Донецкой и Луганской народных республик.